Привет, мы сегодня будем играть в Among Us. Хочу сказать про Roblox. Я не знаю, я еще не готов выпускать вторую часть. Я вот проходил дальше этого лифта. Ну, хочу вам сказать. Смотрите обязательно вот это видео про Roblox побег из тюрьмы. Но я проходил дальше, там просто невероятно проходить. Там, короче, обманка, там просто... Я поднялся, чтобы просто забрать кучу мешков с монетами, а там надо было наоборот, там было два пути, я пошел по неправильному. Поэтому что-то очень так. Сейчас я поставлю на паузу, когда у нас будет начинаться начало. Так, начало уже началось. Так. Я член экипажа, кстати, я сменил скин. Я просто два раза перезашел. Потому что я не знаю еще. Склады. Так, где у нас склад? Вот это мне больше. Офис. Админ. А. Так, меня вот больше всего интересует склад. Это столовая. А где у нас склад? Гардероб. Связи. Смотри, у нас такой шашлычок получился. Какой? Я ролик снимаю. Будешь сосисочку? На ужин. А? На ужин. Так, где у нас склад долбанный? Вот это меня чего? Интересует. Там я знаю здесь одно чудовище. О, здесь у нас. Так, машина. Ламб. Реакция. А вот задание какое-то. А, это было третье, так где у нас? А вот. 2-2. Так, выполнено. Так, я вызвал трубы. Короче, мы проиграли в первую игру. Сейчас будем начинать вторую играть. Я поставлю на паузу, чтобы ролик не был длинным. Так, уже начинается. У нас почему-то сейчас будет 9 человек. И один предатель. Члены экипажа. Да, у нас маловато. Среди нас один предатель. Берегите, члены экипажа. Важная роль. Что там? А что там было важного? Что там? Админ. Админ. Это админская. Это... Где у нас админская? Админская, она, по-моему, выше. Да, админская, да, вот здесь, по-моему. Да, вот она, админская. Код ввести. 5, 7, 3, 8, 1. Ок, понял. Следующее задание. Реактор. Офис. Где у нас реактор? А, я понял. Гардеробы. Связи. Медицин. По-моему, там реактор. Да, вот реактор. А сколько? А, их два. А, их, она уже там. Так. Так, идем. Ага, вот оно. Это было. Так, теплица. Теплица. А, их два здесь.
столовая. Столовая, столовая. По-моему, вот здесь у нас столовая, да. Так, столовая, вот она. Так, я вроде выполнил задание. Короче, у нас никого не выбрали, среди нас один предатель, как и... Так. Убрать мусор с того, я это забыл сделать. Есть? Я не буду это... Я пока не буду ужин, я буду папу ждать. Так. Так. Срочное собрание. Труп не найден. Да он предатель. Давайте на него типа так проголосуем. Я один раз был предателем один. Я убил двоих и нажал на кнопку просто. И меня никто не спорил. Ладно, сейчас пройдет голосование, я опять поставлю. Так, никогда не выбрали один предатель. Ну, понятно. Что у нас здесь вообще? А здесь у нас неинтересно. Погнали сюда, что ли? Вот что ты на кнопку нажал? Труп не найден. Так, он у нас победа. Я второй раз победил. Продолжить. Сейчас будем играть последнюю игру. Третью. Так, у меня начинается третья игра. Что же у нас будет же? Я не знаю. Кто будет предателем, кто тем. Короче, начинается игра. Я себе выбрал свет фиолетовый. Свет. Не знаю почему. Захотелось. Члены. Вот я, члены типаж. Перейдите, три предатель. Вы серьезно сейчас? Я ученый, понятно. Так, у нас уже наконец-то обычно. Электрощит. Понял. Это я знаю где. А, вот, задание. Надо очень быстро выполнять, потому что это три предателя. Может он... Как уже труп нашли? Короче, начинаем дальше. Блин, откройте дверь, вы долбоёбы. У нас две двери открыты. Блин, еще закрыто. Когда откроется... А, фух, открылось. Быстрее бежим в нижний мотор. Это очень плохо. Все, зарядили мотор. Ух, ух. 0-2 я не пойду. Просто так надо. То, чтобы меня еще там убили, это мне не надо. Поражение. Ладно, ребята, это у нас все. Это у нас на все. Всем спасибо.